На старт! Внимание! Марш! Испытания для начинающих спортсменов и контрольные состязания для тех, кто в беге много лет. Все это – открытое первенство спортивной школы по легкой атлетике. Назвать данный вид спорта по-настоящему легким трудно. Спортсмены прикладывают большие усилия, чтобы добиться лучшего результата. Ну, мне понравилось, как я бежала, но у меня ноги забились. Ноги начали болеть. Я занимаюсь третий год, но у меня просто дедушка занимается, и мне тоже стало интересно, как это все происходит. На соревнования захотела ездить и начала этим заниматься. На стадионе собрались воспитанники отделений по легкой атлетике разных возрастов и опытом подготовки. Забеги среди участников проводились на стандартные дистанции – 100, 400 и 800 метров. Впоследствии будем присваивать разряды, кто выполнил. То есть это итог работы, зимней работы легкоатлетов. Особенно тех ребят, которые недавно пришли и начали заниматься. А старшие ребята, они дальше будут еще тренироваться, и у них еще сезон только-только начинается. Одним за другим участники соревнований пересекали линию финиша. Главной задачей спортсменов было показать свое мастерство в беговой дисциплине. В числе результативных участников и те, кто начал серьезно заниматься атлетикой только в студенчестве, но уже может заявить о первых достижениях. Когда в пожарную безопасность поступала, там надо было нормативы сдавать. И когда я сдала кросс 500 метров, тренер сразу позвал на легкую атлетику. Сегодня вот 100 метров бегали я первая. Первый год занимаюсь только. Дальнейшие планы. Хочу полумарафон пробежать в августе. Потом марафон. Триатлон хочу еще. По результатам соревнований были определены спортсмены, которым присвоят звания и разряды в беге. Лучших ждет награждение дипломами открытого первенства. Анастасия К. Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».